Не, не как To The Moon. To The Moon выглядит как полное говно, да и сюжет на To The Moon тоже мне не сильно понравился. А ты посмотри на эту красоту, ёпта. Он ее захавал. Жесть, злодей. Девочка. Так, девочку управляю я. Могу прыгать? На X не могу открыть. Смотрим в окошко. Я не дотянусь, нужно поставить что-то на стол. Там вентиляция какая-то, что ли? Так, табуретка нахрен. Да. Да ты чё? Во. Чё она буянит? Ой. Страшилка. Я думаю, звуки громкие специально сделаны. Блин, забавно, мир довольно интерактивный такой. Так, на свет нельзя попадать, что ли? Похоже на то. Блин, жижа ползет. И рыцарь злобный. Хотя злобный ли рыцарь? Пока что непонятно. Так, главное за спойлеры карайте, кто знает, если что. Пока что здесь две кнопки задействуются, прям как на геймбое каком-нибудь. Если бы, наверное, я просто пошел, то эта жижа бы меня раздавила. Коса. Ой.
Я здесь прячусь. Я очень хорош в прятках. Никто не мог найти меня. Годами. Или, может, они просто все ушли домой. Теперь мне грустно. Я помог брату спрятаться за домом. Пожалуйста, не ищи его. Это было трудно, но кто-то должен был это сделать. Он его похоронил, наверное, а не спрятал, да? Случайно не ты проходил демку этой игры? Да, было дело. Музыка красивая. Отголоски боли. Чё, я чё-то подобрал? Блин, лут какой-то, лут. Ножик нужен. Наверное, да? О, чёрт. Чё за цифры сверху слева? Тут какие-то, по-моему, штучки есть, которые собирать надо. А, то есть серп мне, видимо, был обязателен, да? Так бы я не прошел без него. Коллектаблы для хорошей вроде концовки. Какая-то девочка сидит. Я уронила ключ в колодец. Папа накажет меня. Зачем ты это сделал? Почему толкнул меня? Почему это происходит со мной? А чё она расселась тут? Вообще-то нам не мешает. Ой. Какой-то такой не очень удачный перекат получился. Она не хочет затягиваться обратно. Здесь зачем-то... Платформа. О. А чё, они прям невидимые какие-то? Их сперва не видно. Как их все собрать? Это будет очень сложно. О, это что такое? Какой-то столик или ящик. Никаких взаимодействий вроде нет. Звук есть небольшой. Так, лут какой-то. Нужен ключ. А ключ в колодце. Но в колодец я так не могу пролезть. О! Траву, походу, мне надо самому срубать. Так, там лестница, видимо, опуститься может. Тише, тише, тише. Здесь кирка нужна. Звук какой-то слышали? Да, реально по звуку определяются. Блин, так падает смешно. Раздавить. Блин, какие жирные эффекты и анимации, это просто жесть. Так, домик какой-то маленький. Do you remember?
Ты помнишь? Это я? Ты помнишь, это была история о цветах? Я думала, что она добрее. Я думала, она закончится хорошо. Это наш герой, что ли? Похоже, то, что мы в флешбеке находимся в игровом процессе. Но я ошибалась, это история о боли. Я расскажу тебе эту историю. Снова. Пять секунд. Были эти земли мертвы, лежали они в руинах, и лишь шелест пепла звучал в тиши. 5 секунд. Да ёпта! Но пришел странник в земли эти, и хранил странник искру в руке своей. Не надо озвучивать. Ну давайте голосование проведем, чем не сложно, что ли. 106 человек за то, чтобы я озвучивал поверх оригинала, 20%, чтобы я этого не делал. Здорово, Янис. Кошечка. И ржал странник руку и выпустил искру, и вернулся свет в земли эти. Но боль была ценой света, и крики наполнили воздух. Но стихли крики, и привыкли к боли земли эти. И пропадали люди из земель этих, но не знал никто, сами ли ушли они, или боль развеяла их. Но не совсем опустили земли эти. Многие пропали, но многие остались. Вздымались к небесам стены замков, чтоб тут же рухнуть. И время стирало их следы. Лишь одно не менялось из века в век. Все так же взирал на земли эти хранители искры, и все так же впитывал он людскую боль. Там возле котика... Это котята маленькие? Котика можно погладить. Какие же звуки классные. Привет, Данте. But the people had hope. А люди жили в этих землях. They were growing flowers. И растили люди цветы. Страшно. А монстряк был до этого в клетке? Вроде был, да? Использовать. Это сундук какой-то? Да, это сундук. Так, монстряк выпал из клетки. Вот это было в демке, но... Я уже не все хорошо помню. Точнее, я вообще все плохо помню. Там дырка в ящике. Разберемся. Ну, хотя я могу, в принципе, прямо сейчас вернуться.
это, наверное, да? Ой, я уже думал, все. Не хитают. Так, звенит. Вообще по звуку было как будто справа, а не слева. А, все еще звенит. Все еще там же. Окей. Ну что, тогда очень внимательно играйте и прям на слух ориентироваться. Если вы услышите, то тоже говорите. Надо собирать все, что мы по пути находим. Здесь же еще какая-то ебака была очень страшная. Тише. Нужно открыть эту решетку. Механизм сломан, нужна рукоятка. Рукоятку мы видели. Мне очень-очень нужно выйти. Прочитать. О, нет, такое я читать не умею. Ой. Ой. А с другой стороны... Да ёпта! Варлок, спасибо большое за рейд. Привет, парни. Прохожу инмост. Думаю, об этой игре вы, наверное, знаете. Спасибо огромное. Что-то выпало, не? Показалось, как будто что-то выпало. Майним? Ну, майним. Попробую еще раз выстрелить. Окей, попробую. Спасибо, Владимир Виар. Кстати, здесь я уже не могу допрыгнуть. Вот этот момент я помню, у меня возникали трудности с ним. Я что-то стоял тут, передел, не понимал, что делать. Оказывается, то, что балку нужно было это взять. Правда, я не помню, что дальше с ней делать. Там камни наверху есть. Есть деньги на самот. Если что, я сам включу самот.
Эй! А, я раньше времени притащил. Ой. А могу ли я сейчас забрать ключ этот? Но если я его заберу, то я даже как минимум назад не смогу допрыгнуть. Наверное, я его не могу забрать. Окей, я могу его забрать здесь, если лестница наверх. Я не знал, что здесь проход дальше. Так, это что такое? Майнкрафт. Блин, вообще двери открывать не умеешь. Ты чего все ломаешь двери? А, это тот самый ключ, который девочка уронила в колодец. С этой штукой все еще никак не взаимодействует, да? Кайф, у нас теперь есть рычаг. Вот эта вот ебака, которая лежит, по-моему, она злобная очень. Assassin's Creed. А светильники — это чекпоинт, что ли? Он так светится, как будто его подобрать нужно. На колодцем прыгнем, там кристалл. По-моему, я прыгал, не? Ладно, если еще вернемся, мы вроде туда еще должны будем попасть. Так, больше брать нельзя, стрелять тоже нельзя. Этот светильник тоже так светится, как будто он тоже что-то делает. Игра на один стрим? О, ну вообще на часа 4 проходится. По идее, можно за стрим пройти. А там посмотрим, как оно будет. Ты открыл решетку. Я больше не хочу выходить. В смысле? Он говорил то, что он хочет выйти. А, так это же кот, господи, это же кот, лол. Реально, это же кот, это же типичный кот. Мой кот точно так же делал, короче. Когда я стримил, особенно, он любил, типа, открой мне дверь, открой дверь. Открываешь дверь, он стоит такой, типа, а что дальше? Типа, а как дальше жить? Ой, я забыл, как жить. Типичный код. Снова этот ящик, непонятно. Привет, монстряк. Что это такое? Откуда он появился? Что происходит? По-моему, что-то пошло не так. А, все. Он врезался в шипы. Сумасшедший монстр какой-то. Чего тебе надо? Ты реально дашь ему руку?
Вон, кстати, фонарик равно дискетка. О, рыцарь, кстати, не ваншотается. Жесть, у него мувсет есть. Ни хрена, это я сделал? Холден был искры свет, и страшна была света цена. Блин, крутой. Стрелять можно только в определенные споты. Надо было там подрезать. Точим, точим, точим. Надо с той стороны балки сломать. Нахрена я это сделал? Что мне это дало? А, понял. Да, он прыгать не умеет. На него броня типа тяжелая, слышно, как она это щелкает. Я заметил то, что там шипы, поэтому не стал туда перекатываться. И служили хранителю многие страха. Но многие служили из алчности, веря, что исполнит хранитель желания за службу эту. Блин, игра очень громкая, но мне не хочется делать тише, потому что пипец, какие звуки насыщенные. И собирали они боль для хранителя в землях его. И множили боль они сами. И чернели сердца их. Так, ну, рыцарь, очевидно, злодей какой-то. Потерянный. Так это, получается, монашка дохлая была, которая нам воспоминания свои отдала? Скорее всего, да. Правда, маска у нее какая-то странная была. Так, нормально, трос. Сюда шестеренку, видимо, поднять нужно. А, стоп, шестеренка... Нет, катится.
Привет, Лексич. Здорово, Филдсифер. Блин, звуки ворон прям как из реальной жизни, охренеть. У меня зачем-то появился спуск вниз. А еще мне говорили то, что я пропустил здесь интерфлюшку. Меня обманули. Не знаю, кто это сделал, но ты какашка. Вонючая такая. Засохшая. Заплесневелая. А что с котом? Кота, по-моему, кстати, убивали в демке, но сейчас я не слышал, чтобы он умер. Кот жив. Эй, это штука! Если бы я сидел там, но ты... Что? Мне нужно побыть одному. Я случайно его, походу, спас. Дали ачивку, кстати. Хорошая концовка. Или нет? Монстряка коту не прыгал. Ну, когда, короче, я играл в демку, я убегал к коту, его тогда вроде убило. Я сейчас подумал, что я за рыцаря играю, сейчас сломаю деревянную балку, ага. Это свет от факела отражается. Когда я был малым, мы что-то похожее играли, там белый худой человечек бегал. Принц Перси, может? Слышите, да? Но где? Наверное, там где-то. Где-то секретная штучка. Ладно. Поднимаемся и затаскиваем. Штучка. Ой, он же сюда упадет. Ну ты говно. Охренеть. Под лифтом проверить? Кстати. Не, под лифтом ничего нет. Вон там лестница, видите, торчит. Туда можно будет как-то спуститься. И ножик еще. Но ножик я пока взять не могу. Может, его забайтить на шипы? Так, стой, не с этой стороны. Давай с этой лучше как-то. Ой. А чё я по шипам сейчас прошел? Тихо. Ой, дикий кабанчик. Он спавнит летающих монстров. Нет. Что-то добренькое было. Меня смущает эта летающая хрень. Тут на два стика, короче, ходить можно. Я пытаюсь правым стиком осматривать камеру.
Из-за этого иногда хожу. Так, там пробка какая-то. Привет! Привет. Эй, там! Поднимайся наверх! Это что такое? Что это за... Бляха! Я сижу на этом дереве несколько дней. Даже не спрашивай, что было в ведре. Эй, не трогай подушечку! Точно? Надо забрать. Надеюсь, там были кокошули, которые раздавили вон того гада большого. Вепря. Да Дизориас это не Дизарис, вы чё? И Дизариса уже разбанили. Ключ нужен какой-то. Я кручу эту штуку или нет? Такое ощущение, как будто он ее крутит. Слушайте, мы уже немало этих фигнюшек собрали, 22. Да я пробовал тянуть. Ох, привет. Я застрял. Я исследователь. Я исследовал башню, когда мост заклинило. А у генератора кончилось топливо, и он теперь не опускается. Хорошо, что у меня на этом дереве есть кроватка и подушечка. И чайничек. Никогда не выходи из дома без чайничка. Слышишь? И без телескопа. Это мое кредо с 11 лет. Ах да! Я застрял! Нужно завести генератор, чтобы опустить мост. Ты поможешь мне? Думаю, я прятал топливо в пещере у дерева. На дереве, как ты видел, очень удобная система кранов. Она поможет поднять топливо. Всего-то и нужно, что найти канистру, перетащить канистру под кран, скинуть крюк, зацепить крюком канистру, поднять канистру, зацепить канистру с крюка, скинуть другой крюк, перетащить канистру, зацепить канистру крюком, подняться выше, поднять крюк, снять канистру с крюка, перетащить канистру под последний крюк, зацепить канистру, подняться наверх, поднять крюк, снять канистру, перетащить канистру. Залить канистру в генератор. Видишь, все очень просто. А главное, жизненно. Ох, точно. Возьми это, пригодится, чтобы открыть пещеру. Три дня назад у меня закончился чай, я пробовал заваривать листья с дерева. Но пока не решил, лучше ли они на вкус, чем солома из матраса. Мой домик прямо за этим мостом. Я так хочу домой. Ты нашел канистру? Нет, не нашел. Блин, он подушечку не разрешает с собой забрать. Жадина. Мне может быть нужнее. Так, ладно, следующую штуку, походу, я пока ничего сделать не могу. Так, фомкой мы теперь можем взломать все сундуки, которые были ранее, да? Хорошая ли идея заняться этим сейчас или заняться этим потом? А как мне через эту херню пройти? Ой. Может, там спрыгнуть можно как-нибудь?
кабанчик. Как-то еще здесь нужно быть. Это, наверное, выход из пещеры. Только вопрос, будет ли это потом. Судя по всему, если в игре действительно есть какая-то хорошая концовка при сборе всех штук, то это потом рано или поздно наступит. О, чего? Я случайно как-то забрал. Да, спустись ты, ёп. А сколько я ящиков пропустил, кто помнит? Один еще у кота есть место для лома. 26? Блин, звучит как правда. Стоп, а вот это ломиком не вышибется? Интерактивности не добавилось новой? Нет, ну это же дерево. А, вот это у кота справа, да? Наверное, если бы я играл бы сам, я бы про это место не вспомнил. То есть оно выглядело подозрительно. Но недостаточно, чтобы я о нем помнил. Это, наверное, та самая легендарная штучка, которой бы не хватало в самом финале. Прикольно. Ладно, пошел из пещеры разбираться. На крышу никак не запрыгнуть? Когда наш поезд еще в начало вернуться не забудь. Хорошо. Ну вы напомните. Прикольно. Ладно, это было наивно. Тише. Я пока не особо понимаю, куда я могу пройти. Там штука снизу мне не дает пройти. Здесь пробка какая-то. Да, мне кажется, кабанчика... Ну, хотя... Ладно, чат, вы очень умны. Либо кабан очень тупой. Все, пока, я обошел. Он меня сейчас убьет в спину! Нет, это добропорядочный кабан. Так, а что дальше делать? Мы в ловушке с кабаном. Рисунок, да? А кто-то без головы остался.
Ни хрена себе здесь сколько всего. Я, походу, пропустил что-то, да? Нет, пока самый первый. Возможно, в самом начале ножом открывается. А чё он такой? Он дурак, что ли? Ты чего сдох-то? Я просто шел. Какой прекрасный, любезный кабан. Так, я слышу? Да, вот оно. Все еще слышно. Где-то разбиться нужно, наверное. Блин, Милана, верни цвет, который у тебя был. Тебя вообще теперь невозможно заметить. Ну и звук. Тащи усы. Бери звук из моего левого уха, пожалуйста. Я не смогу, дружище. Здесь, походу, спрыгнуть нужно тоже. И забрать штучку. Сейчас мы сперва канистру поднимем, потом уже будем разбираться, что там открылось. Милашка, я хочу от тебя детей. Понял. Стой. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, доктор... Доктроли. Привет, с первой попытки прочитал, в принципе. Ты нашел канистру? Да. И снова слышите звук? Что-то звук жуткий был, когда я сейчас умер. Как будто эта смерть была лишней. В первый раз проходишь? Верно. Отлично! Это просто отли! Вторая половинка не опустилась. Ты можешь сделать с ней что-то? Бро, это полный кринж. Так, мне говорят, что я могу свеститься. О! Там, походу, еще визуальный эффект, да? Нет, это просто... Просто для красоты. Пошли теперь осматривать, что там кабан охранял. Потом мы это опустим. Ку, как тебе игра? Ну, пока что очень круто. И здесь все еще свистит. Блин, птица шлепающая. Отстань. Бля, а где оно? Может быть, оно под землей? Может, под землей? Может быть, под землей. Трава вроде не косится. Так, кабан сдох снизу. А почему эти шипы меня не дамажат? Или это не шипы? Ну, кабан сдох и сдох, как бы. Чё бубнеет? Это, может быть, от лампочки сейчас? Скорее всего, от лампочки, наверное. Немного отошел.
Проясни, почему маленькая девочка превратилась в бордатого мужика. Тут что-то с флешбеками связано. Это трава? Да не, она не косится, смотри. Видишь, ничего не происходит. Ой, страшилка какая-то. Ах, человек. Подойди, не бойся. Что это за блеск на твоих руках? Эти сияющие камни. Ты знаешь, что это? Ах, это боль. Сладкая боль. Дай же мне посмотреть на нее. Все живое испытывает боль. Каждая травинка, каждая букашка. Но найти ее непросто. Немногим это дано. Ах, замок расширяется, он поглощает эти земли. И он приносит с собой боль. Огромная тварь жила здесь, она не знала ни радости, ни печали. Эмоции были чужие ей, это было хорошее время. Она охотилась и кормила сотни своих детей. Но свет искры гаснет, и мир никогда не будет прежним. Ее дети стали меняться, замок коснулся их. И вместе с замком пришел страх. Она заперта с ними, она боится их. Они травят ее. Однажды она умрет, и, возможно, так будет лучше для всех нас. Замок и башня за моей спиной, они не всегда были здесь. Когда-то свет искры был ярок, а мир полон жизни и цвета. Но была и тень, и были маленькие существа, что жили в ней. Ах, как и во всех, боль была в этих существах, но они почти не замечали ее. Они были счастливы. Но однажды что-то изменилось. Это была не их вина, все меняется и течет. Они больше не хотели быть маленькими и слабыми. И они решили, что кто-то другой должен быть слабым, чтобы они могли быть сильными. Они выбрали одного. Они копили свою боль, они мешали ее со злобой. Они выплескивали ее в одного. И им казалось, что они становятся сильнее, пока ослабел один, сгибаясь. Это была не их вина. Но земля менялась вокруг существ, земля менялась вокруг одного. Никто не видел, как это произошло. Мягкая земля стала камнем, и почернела трава, рассыпавшись пеплом. И камень за камнем стены поползли вверх. Ах, и никто не хотел этого видеть. Они отворачивались и копили новую боль и злобу, чтобы выплеснуть ее. Ах, принеси больше новой боли. Ах, когда-то здесь была ведьма. Она не всегда была ведьмой, никто не называл ее так в то время. Она любила этот мир, она любила жизнь в нем. И жажда жизни пылала в ее глазах. Она хотела сделать этот мир лучше. Она изучала мир, она знала о замке. Она хотела остановить замок. Но она не могла этого сделать одна. А тот, кто был с ней, не помог ей. Он никогда не был рядом. Она оказалась сильной, но была слаба. Она вырастила свой цветок души. Она думала, что цветок разрушит замок. Но замок рос, она не смогла остановить его. И однажды замок поглотил ее цветок. Ах, она потеряла самое дорогое. Это навсегда изменило ее. Она прокляла этот мир и жизнь в нем. Она никогда не станет прежней. Как бы ни старался тот, кто был с ней, но никогда не был рядом. Ах, принеси больше новой боли. Блин, у меня много лора доступно. Ах, человек, ты не первый чужой в этом мире. Рыцарь, я знаю, ты видишь его. И видишь, что он делал. Он не был рожден здесь, как и ты. Это не его земли и не его замок. Но замок поглотил его душу, как и души многих. Как тебя проглотит однажды. Но он не перестал бороться. Его сердце стало черным, и он стал служить хранителю искры. Но желание его осталось неизменным. И в огне он обрел путь к нему. Ах, буря приближается, человек. Принеси больше новой боли. Ну все, теперь мы знаем, что это называется боль. Ну как бы до этого было понятно. Но теперь я однозначно буду называть это болью. Я же могу просто на лампочку спрыгнуть, лол. Ладно, не буду. Мне все еще нужен ножик. И тогда мы вернемся назад.